ребята, с вами Сэмми на канале Мисс Саня. Сегодня я покажу прямо вот такую игру. Крутовую игру, да. Всем привет. Да. Ну давай, Саня, все, тогда не буду даже о чем-то вот говорить. Вот тут вот покажи иконку. Вот это. I like a life. Да. Да, заходим. И вот это я, да. Вот. Давай объясни все с самого начала. Ну окей. Что из я за... выйду, я выйду. Давай. И тогда опять. Тут вот так мы входим в игру. Да. Тут будет, загрузка будет достаточно долго грузить. Так. Да. Ну и давай, пока грузится, давай расскажи, что за игра. Ну вот, вот так грузится тут. A walking life. You hold your choices. Угу. Это какие-то персонажи или это просто... Просто. Ребята. Девочка, мальчик, девочка. Ну это просто, они не игроки, это просто так, когда, вот, сейчас тут, вот тут я, да, вот я так тут выгляжу. Как надо выглядеть, объясни ребятам, если тут... кто-то не знает эту игру вообще, как надо, какой принцип? Ну тут вот... Вы когда входите, вам вот так вот выбрасывают, да? Нажимаем, ну тут вот есть, тут друзья, ваш профиль, это сообщение, потом тут магазин, тут вот одежда, да? Потом тут мир, ну можно тут летать, да? Да. Потом тут вот переодеваться. Да. Потом вот здесь, когда получишь этот подарок. Так вот. И да, сейчас мы поедем в мой дом, окей? А откуда у тебя уже дом, если ты только начала играть? Ну, мама, я эту игру уже давно имею. Так я тебе говорю, что ты объясни ребятам, ну, если... Так и будет, только вам нужно будет купить дом там, в магазине. Ну так все равно надо это все знать, понимаешь? Вот я например, показала, смотри, я лузер магазин. Совсем в этой игре, я даже не знаю, как. Вот это мой дом, да? Да, это твой дом. Я выйду на улицу сейчас. Да, а ты сама выбрала облик какой, вот я теперь вижу? Можно быть же и блондинкой, наверное, да? Да. Это тебе такая красавица, да? Да. Да. Тут вот мой дом, там можно сидеть, тут вот котенок. Да. Потом тут можно на лодке кататься. Вот. Да. Вот лодка. Потом тут бассейн такой огромный, да. Потом можно пойти наверх. Вот тут вот. Вот опять нажимаем на ту и вверх, да. Тут балкончик такой опять. Это все ты сама создала? Этот дом весь построила сама? Ну, нет. Он уже был? Он был, но я его купила. Тут вот эти стены не были раскрашены. Я их сама раскрасила. Интересный такой интерьер у тебя получился, кстати, такой. Даймонд. Так, сейчас тут заходим. Да, Саня. Тут моя комната. Вот. Моя комната тут. Можно на балкон выйти. Сейчас опять выходим. Сейчас пойдем в ванну, ладно? Я все покажу. Рум-тур, короче говоря, вот, сейчас идет. Тут ванна. Душевая кабина, я смотрю, да, тут у тебя? Да. Все. Я даймонды собираю. Вот так. Сейчас мы пойдем вниз. Тут два этажа. Вот так. Да. Тут кухня. Вот. Кухня. Потом тут вот гостиная. У меня есть собака. Вот такое. У тебя гостиная какая еще пустая вся, Саня? Где мебель-то вся? Так вот же мебель, вот диван, вот цветы, вот телевизор. У камина? Да. Ну, как-то так интересненько. Не зажжется, Саня, телевизор? Ну, мам, перестань. А там все видно. Было сейчас. Ой, Саня, не могу. Все. Ну вот. Сейчас мы можем полететь
например, на каток. Например. Я тут все по-русски, нельзя по-английски не умею читать. Я видно там? Ну, Саня очень подсела на эту игру, это до невозможности, там и подружки, и... Ну, тут можно и созваниваться. Они там играли где-то втроем, вчетвером, я сколько знаю, да? Ну, вот, я пришла на каток. А тебе не холодно? Ну, нет. Может, можно одежку поменять? Так можно, да, вот, сейчас... молодец, сейчас тепло как-то, может, обуйся, а то смотрю, у тебя весь живот голый. Потом кашлять будешь, Сани. Мам, тут не кашляю. О, супер. Ой, как красиво. Тут давай... кашлять невозможно. А шапки нету? Не надо этой шапки. Такие волосы сохранить. Даже на каток волосы можно поменять? Да. Супер, вот бы в жизни было бы вот так. Ой, красивый каток. Сейчас я могу купить коньки. Сейчас. Войти. Черный, как они выглядят. С бантиками, красивые. Нет, такие. Бантики от моих штанов тут. Mm. Дорого, да, Саня? Ой. Тут можно даже позы покупать. А где, по какому принципу зарабатываешь себе денежку вот эту, что здесь все есть? Я не знаю, но я как-то зарабатываю, но я не знаю. Даже не знаешь как? Я не хочу тратить деньги, я пойду. Так, просто бегом. Нет, ну без не... этих, ну вот без коньков. Можно так вот. Так зачем тогда они нужны, если можно? Так там можно и костюм покупать. А похоже, да, каток на то, что мы были по натуре? Ну да, да. Да, только этот больше. Мы можем сейчас слетать, например, в мою виллу. А у тебя что, есть вилла? Мисс Сани, где? Короче, Саня рекомендует эту игру. Игру для девчонок, потому что очень суперская игра. Это я точно вам говорю, потому что они тут как заигрываются, это что-то такое. Ну да, да. Да, Саня? Вот, сейчас грузит очень долго эту виллу. Да, ну давай расскажи, пока грузят что-то у тебя еще там в этой игре. Ну, у меня там много чего. Какой твой ник по этой игре? Давай всех... Ну, я покажу, если... Давай покажем твой ник и всех позовем, чтобы пришли в эту игру. Давай подписчики или какие-то... Вот. Ребята, это, которые, кстати, тебя будут смотреть. Алло. Вот, это... Алло. Алло. Это кто у телефона? Это моя вилла. Да. Я не знаю, ой, какой какая тут красивая флаг. Твоя вилла с бассейнами. Вот. Тут гостиная с фламингами. Ой, как красиво, Саня, у тебя на вилле. Да. А что это за... Это мои друзья тут присоединились. Извините. Кто это уже у тебя играет? Кто это у тебя на вилле бегает? Друзья. Друзья? Твои друзья? Да, из этой игры, конечно. Вот, я сейчас зайду на второй этаж. Вот, тут так вот у меня, да. Потом тут есть две еще комнаты, там я покажу позже. Сейчас вот тут гостиная такая, ну, не гостиная, как это? Это огромный-огромный телевизор, вот это. Это спальня, вот. Mm-hmm. Вот. Потом... Я не помню даже. Сейчас зайду. А ты так бегаешь, там спальня, ну, комнаты, вот, это, ну, каток. Это. Короче, тут такая жизнь, да, вся, девчонки? Можно как, ну как жизнь такая? Это как, какой принцип этой игры, я не понимаю? Ну просто, ну. Встречаться с подружками, да? Вот, а тут уже гостиная. Угу, красиво очень у тебя в гостиной, нарядно так все, очень красиво сделано. Ну и сейчас я покажу свой профиль. Ну давай, профиль покажи. Я сейчас изменю фотку. Почему? Ну, так, чтобы узнали. Вот, я вот так выгляжу, вот, и мой ник вот так.
Ну все, запомнили, мне кажется, да? Давайте будем выходить в эфир и будем играться с Аней. У меня вот тут очень много друзей, вот это вот. Весь. Это все твои друзья, да? Mm-hmm. Ну молодец, Аня. И тут вот есть вот такая из Литвы, вот такая из Литвы, потом вот эта из Литвы, это Гитана, это тоже из Литвы, это Корнелия, это тоже из Литвы, это тоже Корнелия, тут тоже, потом Смильде вот та, потом тут русские. Супер. Ну, рекомендуем. Давай, Саня, давай выходим тогда в эфир. Все? Я надеюсь, что все поняли, о чем ты хотела сказать и что ты хотела показать. Конечно же. Да. Ну что, все, давай ставим лайки, подписываемся. Ставим лайки и всем пока, пока, пока. И обязательно напишите в комментариях, понравилось ли игра. Нет, вы меня позовите в друзья. Давай, Саня. Я надеюсь, что так и будет. Да. Да? Я одни русских не принимаю просто. А как? Ну если там английский. Да. Янин какой-нибудь, так я не принимаю друзей. А почему? Если они меня доставают всегда. Почему? Достают? Да. А почему? Ну, потому что, они там пишут go to the cinema, и меня там, короче, доставают так. Достают? Угу. Если надо идти там в кино, я не хочу никогда это в кино идти. Это плохо. Если зовет кто-то тебя в кино, надо обязательно идти в кино, Саня.